пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает! Ты здесь неспроста, ты много знаешь! И я советую тебе не темнить! И я тебе помогу! Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры! Один за всех и все за одного! А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Товарищ Морозов? Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты «Черные» представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав. Разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить. Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Молчишь? Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят! Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете.
Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да, Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь же, я и политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, генсек, вы... Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Козел. Да прыгай. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину... Тогда, возможно, с основного направления и не встретят сопротивления. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии. Линии!
Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Да не ссы ты. В инструкции сказано красный провод. Вот его и выдергивай. Ну-ка, ну-ка. Не понял. Не, ничего. Передохнуть бы. С недосыпой не такое чудится. Ну сколько можно? То им обход, то им на месте сиди. Второй пост, ответьте, второй пост. Да что ж, блин, такое? Ну не разорваться же. Второй на связи. Второй пост, доложите обстановку. Докладываю. Группа 8 покинула объект по тоннелю номер 2. Принято, второй пост. Продолжайте дежурство. Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев. Какие еще беженцы? Или пусть социалисты занимаются? Это обычные крысы, хвостами. В общем, иди выполняй. Бегом! Есть! Ты оружие новое получил? Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. Правильно. Надо будет сами придумать. Или систему пусть чинят. Точно. А то за отсутствие на посту... Да, могут и не разбирать особо. Значит так... Мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так-так. А что случилось, Андрей? Аврал случился, рук не хватает. Вот нами дыру не затыкают. Понятно. Ну а раз понятно, пойди определи тем двум бездельникам фронт работ. Есть. И себе тоже потом занятия найди. Эй, осторожно там внизу. Головы берегите. Что это? И так полный склад такого добра. Скоро облучимся, тут все как сталкеры какие. Да, мужики, припахали. Ты не выступай там. Ищем надо, значит, дело. Надо. Скажи ну, спасибо, что собирать все это на поверхности не заставляет. Ладно, еще будут сегодня грузы? Не, это последний. Хорошо, тогда я малость перекурю. Ты там не увлекайся. Знаешь, что за опоздание к поверке бывает?
другой бардак. Ничего не знаю. Так, всем внимание. Приступаем к плановой проверке агрегата. Петруха, готов? Ща, минуту. Все, готов. Тогда давай по списку. Обороты компрессора. В норме. Давление синтез газа. Порядок. Состояние катализатора. Нормально. Выход метанола на сепараторе. Нормально. Температура в теплообменнике. Отлично. Показатели расхода. Норма. Ну и хорошо. Записал. Пошли ко второму. Все, готов. Ну давай и здесь пройдемся. Выход метанола на сепараторе. В норме. Температура в теплообменнике. Отлично! Давление синтез газа. Нормально! Обороты компрессора. Порядок! Показатели расхода. Норма! Состояние катализатора. Нормально! Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли ли там чего. Что должно быть 7 бочек смазки разных пар, и 11 ящиков электродов, и крепежа. У нас нет другой цели, значит, так кроме счастья и процветания. Ты давай ящиков, и я точно перестанусь. Кроме мира в группе, что-то как считать. Мы знаем, только коммунизм сможет спасти человечество. Так на свету же позор виден будет. Только выживших в ужасной мировой войне. Yeah.
Все, неудачники, партия закончена. Я, как всегда, выиграл. Шулер, чёрту! А ты меня за руку поймай, а потом языком чешу. Все, оставить разговор. Проиграли, открывайтесь. А я посмотрю. Ничего. Что? Я удачно отвернуться. И очень скоро. Иди, иди, пророк хренов. Тут еще стоят. Да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный. А чего ту паутину не пожечь нахрен? Жжем постоянно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда, непонятно. Но пара недель проходит, и опять все в мерзости этой. Да, гадость та еще. Может, просто гермовороты заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет? Как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону. А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. Может и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят. Потом Ганзе по-тихому продают, сволочи. Ладно, замяли. И про что там тебе показалось, лучше молчи. А то, если до начальства дойдет, на тебя же всех собак и повесят. Здорово, мужики! Мы тут на пересменке постоим? Да постойте нам тут. Перекурим? А что, можно. Только я свои. Ну, как знаешь. Вот так сдур... Ну лежат. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Да, ну ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь.
Есть у меня связи. Так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в полис собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел, его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Удачи, брат. Мне удалось отправить весточку в орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его.